участники все молодые, горящие глаза. Это вот то, что сейчас нужно концерну «Кросс». Очень хорошо, что работы настолько качественно продуманы, что их будет очень интересно реализовать. Николаева Айгуль Рамильевна, мне 25 лет. По образованию я инженер-архитектор, училась на кафедре проектирования зданий в Казанском государственном архитектурно-строительном университете. А на данной работе я хотела показать, как будет выглядеть парк из фибробетона, если же все детали будут выполнены из него. Хотелось бы сказать большое спасибо организаторам конкурса за то, что дают такой шанс молодым специалистам самореализовать себя. Меня зовут Кристина Егорушкина. Я архитектор, занимаюсь жилыми и общественными зданиями. В этом году закончила Московский архитектурный институт. Я попробовала придумать некую скульптурную форму, которая могла бы использоваться как универсальная панель, применяемая в малых архитектурных формах. Честно говоря, не ожидала, что я выиграю. Мне безумно приятно. Хочу поблагодарить компанию «Кросс» за этот шанс. И на самом деле это безумно важно, что вы даете шанс молодым архитекторам, студентам, потому что только в конкурсах можно проявить настоящие творческие способности и раскрыть собственную фантазию. Погурина Екатерина. Я заняла первое место в конкурсе «Кросс Авангард». Я предметный дизайнер. Занимаюсь тем, что проектирую предметы мебели и быта. Участвовала в конкурсе первый раз. Благодарна организаторам за возможность участия в конкурсе, за то, что можно реализовать себя через конкурс. Это очень важно. Сегодня я испытываю чувство огромной благодарности ко всем участникам, которые захотели участвовать в этом конкурсе, и, конечно же, к самому концерну «Кросс», который этот конкурс организовал, его провел, не побоялся делать это с нами, с премией «Авангард Плюс». И я надеюсь, что мы оправдали надежды концерна «Кросс».